Всем привет! Всем привет! С вами Женя, Саша, Мистер Кул и The Bandit of Isaac Repentance. Мы хотим, короче, продолжить нашу боль за Альта Зазеля и Альту Аста. Только на этот раз Саша сказал, давай ты пойдешь за Альту Аста, а я, как хороший парень, пойду за Альта Зазель. Я за него, кстати, никогда не играл. Слушай, они не ходили к мега-сатане. Ну пойдем к мега-сатане, что-то сегодня поменяем. Да, давай. Давай. Надо идти по-английски сделку. Давай. Погнали. Пора. Пора нам уже выигрывать. Holy card. Наш гость на четырех лапах. Нет. Но было прикольно. Лапы это я сказала. Я могу не приползти. Кусать, да? Кусать и сразу заряжать и. О, нифига себе! Вот это подгон. Лич тебе сейчас. Давай я тебе сделаю. Давай горшочек взорву. Давай. Ты будешь лечиться, но для этого нужны красные сердца. Для меня лич бесполезен. Так, что у нас тут? О! Кубик! Бери, чтоб... Ну, а вдруг я умру? Так, подожди, L2, да? Да, но пока не надо. Это реролить предмет. Если там что-то не понравится, можно будет... О, я съел его! Так, мне надо не забывать, что у меня нет жизни. Да, не забывай. А то я привыкла, знаешь, за... Короче, когда ты кусаешь, у него лазер больше урона наносит. Так, мистер Ми. Воровщик. Оп. Одинчик пишет, что он полностью закрыл глаза. Круто. Обычного? А мы обычного закрыли, да? Спасибо. Оп, сколько денег падает. Слушай, мне кажется, там победная карта. Ой, так надо не забыть, что я тоже как бы не бессмертный. Да. Расслабился, да? Да. Что урон можно получать? А урон-то получать нельзя. Блин, да ё-моё. Поэтому ты пошел и получил. Да я... Чё, подожди, надо приловчиться. Слушай, я историю первый раз за него играл. Он как-то не быстро кашляет. Как-то, кстати. Так, дальность и счастливая монетка. Ну давай дальность возьму. Давай. Я могу. Скорость и скорость слезы. Не, давай я возьму. Ну бей. Буду колосс. Вот ты какой милашка. Ты вообще не. Хотя, может быть, ну ладно. У тебя такой сонный взгляд, такой. Враги с меткой получают больше урона. Да, их надо, на них надо кашлянуть сначала, потом они будут. Это он кашляет. Взрываться. Да? Ну да, это типа кашель, а это право излияние изо рта. Айзек суров. Ань, подожди, я это видела, я лича хотел убить. Зачем? Это же пупсик. У нас ни одна игра с пупсика и урона не обходится. А, подожди, я за мной бежал, за мной бежал. Кто? Пупсик? Да. Блин, пауки прыгают через сука. Ладно, я за него могу тупо играть. Но... Ой! Ты видишь, он просто прыгнул в меня. А, наверное, тебе надо перейти. Да, давай, да, я. Вдруг хпшка. Да, ешь перейти. Нет. Чё, тебя трясёт как? О, смотри, я тебе нашел камень. О, золотая бомба. О, смотри, сколько ключей, офигеть. Ой. Меняй. Скорострельность увеличивает отталкивание слез. Бери. Что, взять? Конечно. Давай. У тебя вообще, наверное, скорострельность и на тебя чуть-чуть влияет, быстрее заряжается твой кашель. Ну да, слушай, он такой медленный. Он еще и ходит медленно. Эпс. Вообще неплохо. Когда чихаете, не отпускайте кнопку. Чтобы сразу заряжать это. А-а-а. Да. Потом сейчас, подожди. Чих и сразу и заряжает. Все, я понял, да. я понял. Мне еще не знаю. А, блин, слишком далеко. Да, вот они начинают вот так вот открываться. Короче, рядом с меченым еще остальные закрываются. Слушай, у нас дофига бомб. Давай взорвем. Найдем секретки. Мне как-то.
страшно. У меня только одна мантия. Это не как обычный остров с баловыми мантиями. Так, давай тут. Арсений пишет, что ему пора спать. Спокойной ночи. Отходи! Так, отходи в угол. Я понял. Прячься! Такой. И на бомбу, и на бомбу. О! Пошли сначала сюда. Давай. Что нас тут ждет? Два сундука. Пилюлька тебе. Будешь кушать? Range down. А тебе пофиг, тебя лазь. На всю комнату. Ой, а Хербик что делает? Превращает артефакты. О! По цене магазин. Побольше монет сплодить. О, это хорошо. Да, у нас и так много монет. Подожди, а что было в этом? Пойдем в аркадку зайдем. А у нас автомат был в секретке? Да, я просто подумала, а вдруг туда подонатить и синее сердце тебе выдать? А вдруг он еще карточки выдает святые, кстати. О. О. Так, этого парня взрывать нельзя. Что скажете? Взрывай. О. О, да. О, нифига себе. Слушай, это круто. Да, соглашусь с Адильчиком, что можно попробовать сердца выбить. Так, а что было в магазе? А, шанс дублировать предметы в комнате. В том числе и артефакты. Но есть также шанс уничтожить все предметы. А что, может, возьмем? Нет. Почему? Не уничтожим. А если нам повезет? А если нет? Если повезет. Давай ты это донать, чтобы, если выпадет сердце, чтобы в тебя падало. Я посмотрю. Кому карандаш? Мне! Ты посмотри, это как... Не умри, да? Да, не умри, а только видишь, у меня Team Leech. Так, давай еще... Я хочу сказать Team Leech. Давай вот... Teammate Leech. Хорошо, что тиммейт не рачила. Давай возьмем эту штуку. Нет, я не хочу портить предмет. Почему? А какие классные предметы, ты его задвоишь, а он сожрется. 50 на 50. Слишком высокий шанс. Да? Да. А если повезет? Ладно, давай, все, 25 оставим. Ладно, давай. Хорошо, мы подарим нам много денег. Точно? Ты знаешь что? Возьми батарейку. Пожалуйста. Ну возьми. Или рольную, да? Если что, да. После босса, если что не понравится. А-а-а. А тут больше заряжаться нет. Так что не толпо. Чуть на костер не садись. Я? Ну это я могу. Я, понимаешь, я осторожно очень урон. Я сделал не то купить. Нет, потому что 70. Видишь, а я могу кушать? Надо подходить и кусать, да? Я могу? Конечно, можно. Блин, очень опасно. Опасно. О, слушай, надо. Это мне, да? Ну, часть Левиафана, может, тогда сможешь. Ну, короче, если соберешь части, сможешь летать. Так, это мне? Да. О, смотри, ну, я ты... возьму. Да, ты будешь. Хорош. Да. Нет, нам надо по альдийским сделкам. Точно, ты уверен? 100%. Пошли. Ключ на мегастану как собирать? У тебя же, если бы у тебя было сейчас 10 сердец, и мы бы пошли в комнату жертвоприношения, ты бы их все потратил, мы получили бы 2 ключа сразу. А так? У тебя мало сердец. У меня вообще их нет. Класс. Похоже, что здесь секретка. Проверим? Давай. Нет. Ну, было очень похоже. Честное слово. О! Здесь куча батареек. Ладно, пошли. Я слышу. О, хорош. Отлично. Класс, Лич вообще раздал, да? Где бомба, да? Чё у тебя такое лицо грустное?
Где? Это потому что шприц. Ложись в кроватку. Ложись, ложись. Так как у тебя нет красных цветов, он тебе три синих даст. О, круто, слушай. О, хорош. Так, взрываю пол. Чё, подожди, я оделся. А чё, всё не меняется? Больше нет такой пополихи, да? Ну ладно. Так, стоп. Отлично, давай, пасха. Да блин. Не теряй, пожалуйста. Подожди, это закольцованный этаж. Пиу! Пиу! Чё там? Дэс. Он куди? А, у меня фу. Смотри. Да. Сюда. Да, забираю. Это я храню, это если какой-нибудь предмет там попадётся. Хотя на этот случай у тебя реву есть. Если он нам не поможет. Ух, ух, чуть не на это. Жижа. Ладно, да. Да, предлагаю взорвать зеркало ради крыльев. Да, да, я хочу для крыльев. Да, да, да. Да. Тогда возвращаемся. Оп. Да. Давай. О! Подожди, еще одна прицепка? Нет. Локал. Теперь у меня тоже начинается. Я тебе пальто. Ай, блин, это меня легко попасть, да? А что ты сделал? Большой лонгер? Рейндж даун. Нет. Ты стал больше, да? Да, я стал. Денег накидал, да? Офигеть! Класс. Где магаз? Сейчас прикинь, в магазине будет. Сам знаешь кто. Дильчик что ли будет сидеть? Воровать предметы, да? Типа, о, я тут уже собрал все за вас. Сделать мод, где будет мандаринчик ходить. Один будет сидеть, да? Да. Просто ради этого. Просто по приколу, да. Блин, было прикольно. А Ярослав что будет делать? Ну, ты знаешь, это кольцо делает. Вот. В каждой комнате. Ну, знаешь, этот мем. Мне кажется, очень классно. Вот. А Ена туда можно добавить? Типа он начинает в самый ненужный момент крутиться, да? Крутиться, блин. Чуть на костер не насадился. Да тысячи. Ой, да тысячи я называю. Это я просто... Тысячи чертей. Да что? Меняет все предметы на пьедестал, все характеристики, все. Ну что скажешь? Я знаю, ты просто больше такой консерватор, это я больше такой. О, щит. Всё, рероль. Давай. Не, надо на пост вынести. А, да? Или за вот такого. Почему? Предметов пьедестали. А-а-а. В том числе. А, вот так вот. Да. У нас два рерола. Ну да. Только этот похлеще рерол. Он еще кучу всего делает. Ну да. Давай не бояться. Пусть это будет неожиданно. Блин, мне КП-ху надо взять. Где? Ядовитые слезы. Ауч. Засранец. Ну слушай, ядовитые слезы. О, слушай, это второй предмет кони. Этот. А. Бери. Блин, не... А, это не какого сета. Блин, подожди. Тебе на... Какой же ядовитый слез? У тебя ядовитый лазер был. Ну бери, я... У тебя два предмета. Да бери, блин, бери, пока я в хорошем месте. Есть мод, где брать близнецов заменили на чёрстика и того. Нифига себе. Чё-то прикол.
А мне, кстати, Ютуб начал это ни с того ни с сего видосы томатов просто подкидывать. Че, бери карту этажа. Вот это, да? Да. И давай пилюлю возьму. Ну, давай. One makes you smart. Ура, я нормально. Свечка. Блин, это активный предмет? Я люблю свечки. Это активный просто предмет? Да, это активный. Нет, давай нет. Нет, нет. Давай рерол. Сегодня порерол. Давай. Вот это мощно. А протифлай бери. Да? Так мне и это тогда надо. Будет защитами. Подарок создает артефакт по комнате, в которой вы находитесь. Хорош. Можно донести до ангельской стрелки и там заспаунить. И ты хочешь D1000 выложить? Нет, я не Почему? Согласен. Почему? Мы вернемся. Мы вернемся за ним. D100. За D100. Да, мы вернемся. Ладно, мы вернемся за D100. Да. Иначе я тебя покусаю. Ух, коробка. И что она дает? Ну-ка. А, ой, ты, нет, пошли, потом вернемся. Пошли, пошли. За коробками? Да. И прожмем две коробки, да? Банковка сделка. Нет, ну коробку вот. Надо смотреть, где мы находимся. Я хочу просто, если ты прожмешь свой кубик, то он зареролит и мой десктоп. Раз мы сегодня по реролам пошли. Да, по реролам. Мы так никогда не делали, кстати, просто. О, а глаз откуда взялся? Не знаю, ты его... А-а-а, он мне заменил мои предметы. Чё, серьезно? Да, я думаю, куда мой карандаш пропал? Чё, пойдём в босса? Да, наверное, не хочешь сходить. Кажется, я зря, у меня, смотри, как... Сейчас еще раз, сейчас еще раз реролим. Сейчас вот мы реролим этот как-то подарочек выпихим. И все хорошо будет, не переживай. Ой-ой-ой. Он какой-то... Видишь, пауки у тебя пошли. Раз. Я не боюсь. Я куснул тебя, я куснул тебя. Но он недолго здесь. Да. Горящий. Лучше, у меня начало получаться. Да. Умри. А, это следующий. Здоровья тебе. Дамаг, что возьму? Блин, можно я возьму? Дамаг, да, бери его. Да, там ничего нет. Толстый. А, что я это делаю? Да. Ты меня напугал. Да блин. Ужас. Слышь, я нахуй смел. Типа. Не открылась сделка. Чё скажешь? Надо что-то взять. Ну, кому? Тебе, мне? Мы можем D1000 потом еще положить. D100. D100. И... Где подарок ты будешь проживать? Я хотела в ангельской сделке, но видишь, ангельской сделки нет. Так что пошли в магазин или золотой? Давай в золотой. Давай. Ой, я... Запутался в грибах? Да, я запутался в грибах. О, спутник, замедляющийся с дизайном. Хочешь? Давай, возьму себе пупсика. Он не считается сборкой, поэтому... Все, пупсио. А, у меня не заряжен. Чё, я могу реролить. Он рерольница же? Да. А только на пьедестале рерольница. Рерольница? Рерольница. О, дарует жизнь, либо у тебя чих подальше. Я беру, да? В этот раз мы не допустим эту ошибку. Ну да, давай. В секретке Годильчик предлагал подарок прожать. Давай, забирай. Забирай. Надо. Да. Слушай, еще, если бы я знал, что настолько, я бы в прошлый раз... Ты бы мне отдал, да? Да, вот, в прошлой катке я бы
отдал бы тебе. Могла выпасть кнопка рестарта? Да? Чё, серьезно? Синее сердце забирай. Это мне, да? Да. Я козик отбил, да? Кажется, да. Класс, мясосочек. Блин. Так, сюда что-то мне не хочется бомбу тратить. Снова. Кстати, если у тебя куча здоровья будет, мы сможем ключи здесь добыть. На мегастанк. Посмотрим, что тут. Да. Блин. Че? У меня нет это. Нет мантии. Можно будет. Ну пойдем поищем. Пойдем поищем. Вообще просто. Нет. Сейчас я накоплю и поменяю. Эй, котик с нами. И котик, привет. Привет. Ты его за, ты за экран его отправил. Да, я хотел сказать, что я соточек. Так, тут главное как-то тупо на шипы не такого. Да-да-да, повнимательнее. Не допускайте меня, пожалуйста. Сейчас, я думаю, что... Да, о, пора прожимать. Дойдем до золотой, давай. Вдруг давай. Там что-то уже поменять. Да. Блин, простите, я... Да все правильно, все правильно делать. Все правильно. Я просто не хочу. Я запаниковал. Я не хочу умирать. Я запаниковал. Нет, после убийства врага остается спуск. А, не очень. Ну как-то так. Че, давай я прожму? Ну давай. Может, что по утру? Давай, давай. А потом, если что, я прожму. Осторожно, камень. Так, печенька тоже фигня. Прожимаю? Да, давай. Это еще хуже. Дает два случайных брелка. И дополнительный слот под брелок. У нас вообще ни одного брелка, кстати. О, поди. Кроме вот этого. Подожди, возьми кубку. Кубку? Да, кубку возьми. Да не эту кубку. А какую? Вот, которая, вот эта кубка. Я уже... Ну, не надо было брать кубку. Я уже взял. А вот это что? А, видишь, после зачистки комнаты как бы не выпадает батарея, ну, не заряжается артефакт, но есть шанс, что выпадет батарея. Ага, это сюда я надо идти? Я ее оставлю тут. Да, пойдем. Так, парень, нет. Пошли в магазин. Снова. Большие синие мухи кусаются. Кстати, а из меня мухи, да, вылезают? Да, с тебя. О, подожди, уже у меня новый предмет. У меня отсюда слезы. Че, возьмешь? Да, давай я возьму. Бери. Ты можешь сердечко взять себе. Вот это? Спасибо. О, у меня очки вижен. Огонь. Главное не умереть. Огонь. Ух, чуть бомбу не пробьет, понимаешь? Что-то я не хочу менять, вот я не хочу до стол прожимать больше. Почему? Так классный предмет, ты чё? Я могу собрать? Да, собирай. Тащишь? Да. Постфактум, да. Все. Я готов. А-а-а! Блот. Вспоминаю один дурака. Офигеть. Ай-яй-яй-яй.
чел на писе. Да, я кукнул! Он стоит на месте. Но он меня покусал. Фух. Он умер. Офигеть. Черное сердце, черное сердце. Опять шприц. Кому? А, у меня только один шприц, видишь? Как-то... А, ну будет второй. Бери. Да, давай. О, вот третий, бери. Офигеть. Бери белое сердце. О, Pretty Fly третий. А, Pretty Fly. Хотя бы от каких-то пуль я... Это мне? О, маленький Delirium. Блин, он одного первого качества. Да. Ну, вообще он прикольный. Поменять его? А, подожди, это активный предмет. Не, я не люблю такое. Меняй. Лестница Камбин. В начале этажа создает лестницу дополнительно в английском комнате. Давай. Огонь. Готов? Конечно, готов. Слышь. Поднимай ключ. Давай, да, я. Не бери. Так, мы здесь до конца не зачистили, да? Пойдем зачищать или дальше пойдем? У нас сейчас будет лестница к ангелу, и там может что-нибудь прикольно продаваться, у нас денег мало. Пойдем собирать деньги. Можем бахнуть автомат. Давай, у меня же все зачесалось, блин, внутри. А может малышек это взорвем? Давай. Это он. Да. Так себе. Вот это надежный способ. Может все-таки на пистол спрашивать? Блин, слушай, может на беста реально? Вообще очень хороший этот у нас. Сборка неплохая. Да? Что скажешь? Не ходить, Чикаш верит в нас и предлагает на беста пойти. Не на мега стану, да? Ну или... Ладно, я... Ты у нас рулишь? Я поэтому... Выпью. Я оставила, смотри, на всякий случай. Я чай выпью за это. О, прекрасно. Чаёк с лимончиком, хорошо. Кстати, у нас чат сортируется не по порядку. Серьёзно? Топ, осторожно, справа донать. Отходим. Так, копье, да или нет? Бери. Наверное, можно, да, взять? Бери. Завалим чувака? Да. Только не умри, пожалуйста. Я тебя подниму. Да, посидеть. Так, я на тебя, если... Не, подходи ко мне. Ты посиди. Все забирай. Видишь? Может, сердечко еще себе купить. Куда ему посидеть предлагают? На костре. На костре посидеть. Все, больше не будет. Так, а у нас еще перевернутый карта. Перевернутый карта. Блин, ой! Нет! Я затупил, как дикий человек. Все-таки, я медленно хожу. Все. Класс. Библиотека. Сейчас все будет. Вот это ты спрашиваешь, где? Где? В библиотеке. В библиотеке что? Ну я посажу. Ты посадишь свой D1000. Точно. Ты не будешь. Хочешь, я поменяю твой D100? Да. Не, хочешь. А, блин, нет, у меня бирсрайм такой. Да, нет. Я уже хотел рисковать, хотел сказать. Давай я поменяю. О. Че, будешь книжным червем? Или я. Нет, я! Я должен был трогать. Ты ж летать умеешь. А книжный червь не дает полет, он дает выстрел. А, ладно, войной. Точно. Но можно было и тебе, да, не спорь. Че, меняю? Я вот думаю, типа, урон оставить или самонаводящий. А мне одного пунктика не хватает. Подожди, сейчас одну комнату чистим. Самонаводящий сейчас... Слезы как-то поприкольно, да, выглядит? Да. Хотя урон тоже неплохо. Че, пошли тогда сюда? Ну вот потестим, что тебе будет. Вот, все, я перебил. Пойдем. Так, я прожимаю. Мы Матру. Сможем сюда еще раз зайти. Еще раз поменять? И да, и ты из книжки соберешь. Давай. Понял, да? Ты летаешь. Давай, возьмем. Ну давай, еще раз накопим и еще раз поменяем. Класс, хорошо. Бомба.
Так, я рад, что ты играешь до места, вроде как был, как мне кажется, лучше, чем я. Перчик! Это кому? Перчик! Перчик, пожалуйста! Убери его! О, дамаг. Дамаг мне тогда, да? Давай. Давай взорву парк. А у меня денег нет. Блин, это вот денег не надо. Нам нужны деньги. Так, сундукам посторонним, они бывают... Так, там уже босс, подожди. Мы еще карту возврата не нашли, да? У меня вот куда идем? У меня за фул, Жень. А, у тебя есть, ты не потратил, да, свой? Нет, конечно, я просто кошку порвал. Кошка просто разорвалась там. Мяу. От моего чиха просто. Мяу. Мяу. Ой, там чел сидит. Да. Нам не знаю. Все, мы собрали деньги. Знаешь что, вот мои слезы выбивают из черепов, может быть, тебе сердце. Какое-нибудь сердце у тебе. Опа! И тебе. Какой-нибудь карт тебе выпадет, да? Слушай, вообще огонь. Из черепов карты, точно. Да, так, нам нужны еще деньги. Деньги. И в магаз. Деньги и в магаз. А, тебе зарядить еще надо. Да. И в библиотеку. Еще нужны деньги? А что там надо, чтобы взять? Дамаг. А, 77 стоит. И там это еще пилюля. Пилюля? Конечно. А пилюля тебе зачем? Я хочу. Знаешь, такое вот необъяснимое желание хотение пилить. Не хочу объяснять ничем. Я просто знаю, что это просто надо. Так, пусто. Сколько у тебя еще две комнаты, да? Блин! Как это произошло? Налетело лицо на меня. Ничего. Или я на него. Нужно догадать. Фейси. Выжил? Все, да. Я накопил. Смотри, мы сейчас... Там что-то упало, там автомат упал. Мы сейчас повернемся. Смотри, мы сейчас зайдем в библиотеку, ты потрогай книжку. Какую? Сначала. Какую? Верхнюю. Вот эту? Да. Ее можно прожать? Да. О, понятно. Так, что, какую трогать? Обе. Трон. Прожать ее можно? Это черепошка дает. Бери его. А тут нет. Это убийство врагов. Все, теперь отдай, пожалуйста, книгу защиты мне. Да, спасибо. А мне продолжать рерунку? Если мы сейчас еще нас собираем, то было бы прикольно, если бы еще рерунку. Ну как я вообще? Как не в себя чихаю. Сейчас, они стреляют. Да, я понял. Че, где-то сейчас что-то выползет, да? А, нет. Так, че, ворот. Пошли. Слушай, вообще хорошо идем, что-то черт. Пилюля. Лака. О, у меня перчик зависит. Чем больше удачи, при 10 удачи постоянно стреляет огнем, окей? Блин, я боюсь. Я возьму. Не пиво, выйти. Я взял. Да пофиг, короче. Да. Зачем ты взял цену своей жизни? А вот куда у тебя белое сердце? Я взял. Куда ты успел? Внизу было. Сейчас, внизу было. Да? Да. Самонаводка для чайника. Блин, слушай, точно. Давай взять, да? Ну, вообще, да, можно. Уже реролная? Ну да, рерол уже не понадобится. Мне как бы, в принципе, вот игры понятен, да? Вот самонаводка, вот самонаводка может... Так, подожди, давай, черепушку. Пригодится. Мне кажется, ты удачливый. Давай, может, еще сейчас выпадет, и что на хули? Я бы с радостью забрал. Я его съел.
Да я не хочу с ним сражаться. Я готов, мне нравится. Я готов сесть. Повешен. Я... Он сгорел. А это что? Телепортировать помогал. Так, ладно. Так. Давай, да, на места пойдем? Давай для книги, для чайников возьмем. Да? Прям места, да? Ты уверена все? Да как-то мы на мега-сатану забрали. Давай на мега-сатану пойдем. Давай. Как ты это сделал? Купить. Ну, у меня карточка, я все несла. Вот это, слушай, прикольно. Ну, что мы сейчас сделаем? Магаз, Женя, я про магаз-то забыл. И пилили. Что за пилилька? Ты взялся? Да, я полностью. Видишь, сосочка у меня была, а те же сосочки. О, нет. Все, соска, все. У нас же на следующий сейчас этаж появится вестница к ангелу, мы там будем взять деньги. Нам это было бы... А зачем ты, Что я сделал? Да ты на этих пошел. А, я сел? Да. Я не... Пошли. Книгу мне накрошать. Да. Для чайника. Как это быстро? Вау, делириум. Че, пойдем завалим дили? Да ты че? А че нет? Завалим дили уже за них. А, завалим дили да, за них? Ладно, да. Тогда не идем. Обходи аккуратно. Как это вот так взять, чтобы еще туда не упасть? Я готов. Блин, да. Мешает, да? Да, давай. Готово? Да. Раз, два, три. Дай тебе. Угон. Ну, так, это для правого глаза, это тебе. Скорострельность, что ему? А, ой, правый глаз-то мне. Бери. А это скорострельность, что тоже мне? На скорострельность. На скорость и стрельность, ты сказал? Скорострельность. А это кого? Это меч вместо слез. Офигеть. Че, кому? Ну точно тебе он вряд ли подходит. Ну да. А мне? Может пойти поменять? А, блин, все. Закроется с этого. Я сломала ящик. А, нет, он дал мне что-то. Grand the Fox, привет. Привет. Блин. Сколько ключей он сожрёт? Давай, давай. 25 монет. Я возьму. Да. Сердечко тебе. А монетка, видишь, такая интересная? Поднимай. Ой, что это такое? Три, четыре. Все, четыре раза все сработало. Меч вроде синергируется с Брумстоуном, но это не точно. Ну давай. Я перестал чихать, да? Да. Это плохо? Да. Это очень плохо? Эй, ой-ой-ой-ой, вот, простите. Ой, я лапку взял. Какую-то. А, ты брюк, два брюка. Это у нас вместо всех сундуков будут красные сундуки. Ты перестал чихать, ты потерял свою фишку механику. Ну, а где ты, да ты, а, да тысячу я тоже. Ну, слушай, вообще неплохо. Блин. Что, плохо, что ли, хочешь сказать? Ну, я не знаю, мы это узнаем, когда... Ну, пойдем. Да. Зачем мне книга тогда по самонаводке, кстати? Мне вот дурак эти есть, штуки кстати. Будут наводиться. А, точно, да, давай, я готов. Транс Фокс пережил рабочие дни, теперь может отдыхать. Поздравляю. Мы его поздравляли с работой, да, с первым рабочим днем, и теперь поздравляем тебя с первым выходом. Тихо, так. Мне не стрелять, а то я... Все, у меня есть холика. Так, и что... Это новое. Джарвис преиспользует, создает огонек, подобный книге добродетелей. Один огонек, но после каждого использования создает на один огонек больше, максимум до 12. Актив. Подожди, а это у нас? Создает два артефакта из полукомнаты, в которой вы находитесь. Но его давай. Надо зарядить сначала. Это активка тоже. Блин. Да, какая-то фигня. Ну хочешь, я вот его заряжу? А, ты не будешь, да, использовать свою? Ну, блин. Вообще по-хорошему, да. Тебе твоя книга тоже нужна, да? Мне моя книга стопудово нужна. Не, это не та звезда, которая нам нужна. Они очень похожи. Это не та. Это душа Эдема, да. Это только если нам...
А, мы на следующем этаже снова бери. Хочешь со мной водкой стрелять? Да. Нет, нет. А можешь взять звезду, зарядим ее на следующем этаже, мы снова поднимемся к ангелу и два артефакта сделаем. Давай. Давай, у нас сегодня вот такой... А это будем брать вот эту? Банку, это тоже активка, нет. А, блин, ладно, тогда пойдем. Как насчет попробовать из него вытащить хп тебе? Давай. Да, Саша, взял звезду. Ой, звезду, не звезду, а душу. Душу. Ресток. No. Где D6? Когда подожди, а может быть выкинуть лапку вот эту? Нужна лапка, вот я лапку. А, он будет делать красные сундуки вместо... Они нужны? Вместо золотых нет. Может, пойдем через сундук? Выкинуть, да, лапку? Да, оставь какашку. Я, кстати, за фул с собой, зачем? Ну, это на случай, если нам понадобится сбежать. Все, выходим? Да, я готов. Так, и у нас босс где-то наверху направо. Пойдем? Да, стоп, подожди, подожди. А, ты можешь на мечом поднимать? Локдаун. Пьюберти. Пьюберти. Вот это тоже пьюберти, да? Все, ты стал большим. Здесь хпшка прибавилась. Это покапать. А, это... Ой! Ты чё, блин? Я в тебя кинул? Ты чё, офигел, что ли? Не-не-не, я не хочу. Ты куда стреляешь, туда и питаешься. Кто, они кто? Написаны на пол. Напись. А, прости, 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 прости. Ты лучше. Ты лучше. Это я просто тут сижу. Наверное, наверх. Я осторожно, да. А ты получил хп, это не значит, что его надо терять. Да, согласен. Взрываются, взрываются. Поэтому. На нас. Да, я у нас. Простите за мой французский. Французский национал. Так, направо. Мне просто отсюда слезы, они разрывают камни в том числе. И это не всегда хорошо. Зато можно находить секретки и суперсекретки. Саша хотел убить Женю, пишет одинчик, но она вернулась. Не в этот раз. Не сегодня, дорогой, не сегодня. Опять? Не-не-не. Че, пошли? Я готов. Локи. И? Я просто машу. Мамкин предмет. Бери, последний. Бери. На пилюльке будешь есть. На глаз. Что это? Куликарт, еще одна. Вау. А подожди, что, я вурп взял или что это? Нет, это хор. Что такое хор? Это выплюнуть бомбу. Range up. Это? Range up. Пьюберти хочешь? Мне пьюберти? А он что мне даст? Он мне что-то даст? Не знаю. Давай. Пьюберти. А там что еще? Аддиктед? Не, это, наверное, не надо. А что он берет? Урон персонажа. Стреляет из одного глаза. Бери. Ну давай, да. А это кому? Что это пилюля дает? Любой урон в комнате отнимает целое сердце. О, нет. Так, ну пошли сюда. Пошли. Ну, тебе. Ну да. Без вариантов. Жалко, конечно. Не зарядили мы звезду мне. Так, пошли заряжать, а то нам, мы, если комнату пропустим, то она больше не откроется, лестница. Все? Полностью заряжено. Где прожимать? Мы пойдем на следующий этаж, поднимемся в комнату ангела, и там ты прожмешь свою звездочку. Огонь. Душ. Душ. Прожимаю? Да. Так. То, так, кто берет. У нас тут бросаемое. А это открывает карту на всех этажах. Бери. Вот это. Sacred Hearts God Head. Вот нет, это. Не повезло. Вот это. Давай. В общем, в целом нормально. Бери сердце. Так, а слезы становятся пронизающими лучами света. Давай возьму. Бери. Так, а это у нас вечное сердце. И это, можешь взять. У нас денег дофига. Вот бери. Это? Да. Коли как, у меня есть. Ну, погнали. Теперь мы знаем все. Пошли к боссу.
Умер. Я, конечно, знаю, что лесогон лучше работает с замедлением, ну, то есть, когда медленно слезы, они такие быстрые. Но... Ой, я хочу ехать. Хорошо. Все в порядке? Все, все в порядке. Осторожно, осторожно, не убейте меня! Ух! Все, все хорошо. Супер? Да. Ух, хорошо. Так. Так. А! А! Ты видел, какой миллиметраж был? Чик. Чик-чик-чик-чик. Давай взорвем парня. А я чё? А чё Жене надо было отдать? Чё надо было Жене отдать? Бади, что ли? Или... Что надо было отдать Жене? Иди руби. Классно. Так, сохраняем деньги на следующий этаж. Давай. Согласен? Да. Погнали. Эклипс. Эклипс. Вырезай этот. Эклипс мне хватает. Мне хватает. Класс. О! Серафим. Полное лечение, шанс дополнительно выстоять орбитальным спектральным слезом. Давай. Что, я? Да. Бумажку надо было мне дать. Беру. А, давай, давай, бери. В следующий раз возьму на ласта. Так, я предлагаю отправиться наверх. Вообще... Хочу через сундук пройти. Блин, вообще, как скажешь. Там будут золотые сундуки. Как скажешь. Так, что тут? За подъем сердца синего можно получать характеристики. Да, бери и покупай сразу сердечко. Ой, поднимай сердце. Вот тут. Сейчас, может, тут еще будет? Нет, не повезло. Взрываю. Нет, денег не дал. О, вот это обход. Ну, погнали. Ты скелет. Как? Да потому что он вообще не был. Да блин, я решил... Потратить все сердца, которые... Да блин! Огонь не мой. Да, я понял, я понял. Взрываю. Не думаю, что я решил сразу все. Я именно так и подумал. Ты решил все слить. Нет, нет, нет. О, это мне теперь. Это тебе, да. Я хочу быть взрослым. Саша уже полная, уже нет. Полная ХП. Нет. Было полное. Вот это ты там вообще верханул. Да. Ты сколько денег? Вообще просто. Кошка. Так, нам надо добывать тебе сердца. Давай. Ну, давай. А зачем большую помощь? Я не знаю. Рейншап. Кому? Тебе. Тебе. Видимо, да? Да, да. Рейндж ап. Ты поняла. Ты меня напугал. Не, оставляй маджиш. Там карта. Еще есть карта? Нет. Терафан, тебе? Что дает? Два синих сердца. А это что дает? Шанс восстановить половинку красного сердца. Давай, это мне. Кстати, да. Давай. А. Подожди, это батарейка. А, ты две же можешь носить. Да. А где шанс? А, у тебя, вилка. У тебя, а, ты взяла. У тебя вилка. А, зачем мне вилка? Так, мне давай. Батарейку. Кашка, батарейка. Берсерк. Беру. Что, есть там как? Там сундук, сундук. Оп. Душа сам в соло.
сосал. Блин, жесткий. Блин, да что ж такое? Я все свои карты потратил. Еще есть? Нет. Там есть что? Я сел на костер, но это не страшно. Подожди, Пьюберти последняя. Давай. Я тоже взрослый. Что мне это даст? Рейндж-ап надо тебе? Давай, плеть фуа, забирай себе. Что? Pretty fly. French down. Lock up. Lock up. Надо было тебе lock up, да, блядь? Чё цветочек дает? Цветочек шанс на следующем этаже поднять. Ну, короче, перенести с этого этажа на следующий нам этаж. Нам уже не надо, да? Почему? Возьми. Вместо какашки, да? Да, наверное, вместо какашки. Потому что какашка уже все. Ну да, уже Женя. Неудача уже поздно. Так, построй. У тебя не так много бомб что-то, да? Я трачу вообще впустую. Блин, ладно, погнали. Да, надо. Лост против Айзика. Я зачем-то рейндж... Я рейндж даун, блин, забрал с собой. Зачем? Вместо Magician? Да. А где? А где он? Ты его тут оставил? Magician лежит. Че еще тут лежит? А че там лежит? А, там не то лежит. Подожди, подожди, подожди. Карточки подает. Давай. Вдруг мне повезет. Ладно, пошли. Потратим в комнате ангела. Блин, фигово, что я осталась без защиты. Это ничего плохо. Страшного. Лампочку, да. Сделала лампочку? Да. Потому что я когда прожму книжку, у меня будет... Так, подожди, это сундук, и чё потом? Мега-сатана, да? И все. Нам не обязательно защититься. Он твой... Подожди, сейчас сначала себя. О, генезис, да ну, чё, серьёзно? Так, кому что? Бери спутника. Вот этого, да. Вот это звезда Белиала. А вот это? А генезис одноразовый, забирает все предметы, Нет, я не хочу. Я, конечно, понимаю, что рандом, но с этим я готова победить. Ой, что ты сделал? Ой. Ой, я отбил его путь. Испугался. Хочешь, я возьму генезис? Нет? Так, это генезис на нас обоих подействует. А, ну ладно, пойдем. Я не готова настолько рисковать сейчас. Такая генезис Дженни. Ага. Не надо, спасибо. Бери новую удачу. Спасибо, не надо. Да не настолько рандомить хочу, да. Малыш. Карта. ТП-шка. ТП-шка мне, да? Да, ТП-шка тебе, плюс эта часть гриба. Сейчас сделай свету как. Блин, нет. Да. Какашку могу я? Ну, в принципе, почему нет? А это кому? А это чего собирает? Лежащие ключи. А, да ладно. Давай возьму. Так. Карту. Да, нам надо их просто идти на мегастан. Так может возьмешь, а тебе карту выпрямят? Так это надо заряжать тогда пойти. Тогда. Ладно, давай. Тогда я без защиты пойду, если я умру. Ну ты не умри. Путник, второй, и... бери. А, у тебя сет. Да. Давай. Воспользуемся этим шансом. Карта тебе должна. Вот она, карта. Все, вообще. Нужна еще одна. Еще одна? Да. Давай, давай. Душа Лилит. Бери спутника, бери. Нажми душу Лилит. Где она? Лампочку найми. Да, нажми. Ага, муха. Муха, бери. Шар судьбы, бери. Ну ты не умри, я. Прожимай? Прожимай, да. Бери. Так, что у нас осталось? Самсон, Темперанс и Маджишн. Беру Маджишн. Так, у тебя засан, это полечиться. Да, я понял. Ну что, у меня есть одна карточка. Будем ходить еще. Я думаю, что надо просто... Бери защиту и погнали. Да, погнали.
Ну что, Омега Сатана? Да. Точно не будем собирать грибеты ходить? Да, давай. Точно? Ты уверена? Да, погнали на Мега. Я готов спать. Будь что будет. Мега Сатана. Пока стоишь в этой штуке, может повезти. А что это может повезти? Ох, нифига себе. Ты можешь урон не получить. Вот, например. Только надо очень внимать. Только осторожно, он может гуляющий снимать. Да, я помню. Да. Ты сам навалишься снимать. Ой. Я не подражал. Ох, ты вот я вот. Я подражал. Я защиту подражал. Ну ничего страшного. Тащи, тащи как. Сейчас зарядит. Тащи. Наверх. Это не так. Ну как? Ты просто убийца. Просто убийца. Убийца мега сатаны просто. Ты просто вынесла его как ребенка. Ты просто его вынесла как ребенка вообще. Класс. Ну Диля у нас пройдет. Саша тут просто для галочки. Ну, ты сказал, не умри, я не умерла. Вообще просто, зачем? Делириум закрыт, так что предлагаю прыгнуть. Ну все, прыгаем, да? Прыгаем, да, все. Класс, мы сделали, что хотели, это самое главное. Да. У меня волосатое лицо. Что скажешь на этот счет? А у меня... У меня нимб. Нимб светится. У меня нимб над головой. Огонь. Давай печеньку. Класс. Какой-то сундук. И сердечный попрошайка. Огонь. Супер, спасибо всем за просмотр этого видео. Большие пальчики вверх, подписка на канал, сообщество ВКонтакте и в группу в Телеграм по ссылочкам в описании. И еще вы там можете найти классный плейлист по Айзеку. Так что прыгай туда. Всем пока. Всем пока.